Вы на канале еще один ход, и мы продолжаем Midnight Suns. У нас, собственно, скорее всего, в этой серии будет стори-миссия. Пойдем в надежде, что Magic наконец-то там привела себя в порядок без уязвимости, да, потому что она нужна для миссии. Так, что у нас тут 10 пауэра, да? Increase size of area abilities. Это в целом неплохо, но... Кажется, что оно прям кому-то нужно, то как бы нет. Давайте, наверное, железному человеку бонус дадим. Так, давайте вот Combat Therapy у нас должен пойти. Человек-паук. Так, Brigitte Abilities. Тут у нас что? Тут у нас 100 атак эссенции, которой нет. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Что у нас тут по ярту апгрейд? Legendary Blade за 125 денег. У нас такого добра нет. Так. Что у нас здесь? Intel Cache Decryption, да, эпический. This stuff is actionable. Let's shut it. Так, Shield Exchange, что они тут хотят? Можем продать, кстати, один рарный за 59 золота. Это, кстати, неплохо, я бы взял бы. 115 кредитов. Так, героические миссии. Левел 11, левел 14. Нужен, это в целом мы можем устроить. Это не проблема. Давайте, по-моему, там просто в ресече есть ресеч, который завязан на... Да, вот Hero OP с Росомаха. Это нам нужно сделать. Да, давайте Росомаху туда отправим. Так, так, Avenger, Mutant. Да, вот сюда вот давайте Росомаху. Так, и сюда вот нужно Авенджера отправить, да, одного из. Давайте глянем, кто мне нужен для стори миссии. Для начала. То есть нужно только полуночное солнце здесь. Я могу спокойно Авенджеров отправлять на задание. Модат абилити и абилити. Ну, на самом-то деле, наверное, я бы отправил бы Капитан Америку, что у него банально маловато. Маловато способностей нормальных. I'm here if you need me. Так, Росомах хочет поговорить. I see you've been making friends. That's good. I'm trying. Just don't take it personally if some folks are a little, you know, rough around the edges. You are speaking of magic. I was trying to beat around the bush. Was she friendly with the other X-Men? Friendly in her own way, sure. Так, ну, должно быть. You must have seen something good in her. You of all people should know it's more complicated than good or bad. I've known her older brother Colossus for a long time. Magic's been through the ringer. We all have. But you two got along. She gave away little bits and pieces about herself over time. I never pushed her. She seemed to like that. Patience. Key to any good relationship. I know you mean well. So does Magic. In her own way. See? You got it. Так. Ну окей, идемте в кузницу. Да, примем там исследование, которое... завершилось. Oh, you are gonna love this. Да, Evil Eye Totem. Окей, получили комплимент.
Так, on your feet, да, Scarlet Witch, и улучшение для нашего. So, how's the whole saving the world thing going? How long did you say you were exposed to this thing? Sometimes I even impress myself. Так, давайте здесь перебросим. Spider Sense, давайте тоже перебросим. Bands of Fire, ну это у нас есть. Давайте, наверное, возьмем так, что у нее реально мало нормальных способностей. See you, Hunter. Так, давайте глянем, что у нас здесь. Хексмарк, да, давайте. Однозначно, это неплохая карта. Андреаш, можно прокачать. Чаус Филд, вот у Тернс дает резист, да, один резист. Ну, такое на самом-то деле. Я бы не сказал бы, что это прям то, что нам нужно. С другой стороны, этот Хексфилд вообще бесполезный. Давайте лучше так и прокачаем эти карты. Так, что он еще хочет? Хочет, чтобы мы заглянули сюда, как я понимаю. Но меня тут не особо интересуют эти вещи. Time's wasting, Hunter. Так, давайте сюда Хексфилд. Больше урона уже неплохо. A welcome enhancement. Что у нас там еще нужно 4 опыта, чтобы улучшить, но их нет. Так. Давайте еще эпичный сундук закрылся. Так, и возможно имеет смысл, кстати, найти бонус, комбат-бонус для хантера в сундуках. Если, конечно, у нас тут вообще что-то открылось. Давайте начнем с легендарных сундуков. Может быть, мы, кстати, даже найдем деньги. Но пока что не везет нам. Так, вижу, вот тут вот еще сундуки. Давайте глянем. Так, 33 кредита. Давайте вот сюда вот. Что у нас тут? Waypoint. Почему нельзя однократное нажатие сделать? Зачем удерживать, непонятно. Так, Combat Boss. Overpowered at Mission Start. Это хорошо. Это даже очень даже хорошо. Но в целом это все, что мне было нужно. Давайте возвращаемся сюда. И заодно, кстати, нам, по идее, достаточно денег, чтобы прокачать. I'm gonna wait near magic. Да, Legendary Blade. Multiple levels. Ну давайте. I hope Caretaker appreciates all the improvements we're making. Ну, типа рунами покрылся. Ну, multiple. Я бы не сказал бы, что прям, мы прям дофига всего получили, но две прокачки уже неплохо. Think Doctor Strange knows Merlin? I'm still waiting for someone to take this. Так. Окей. Тогда поехали.
Все, что нам остается, это начать стори-миссию. To think, long ago the nation of Transia was once the seat of power for the heroic knights of Wondergore. Might as well be Camp Hydra these days. They're pulling in reinforcements from everywhere. But reinforcing what exactly? Mount Wondergore. There's been something wrong with that place for as long as I can remember. Something like this. Nothing wrong with that. Now we know where to strike. Time for a little payback on Queen Demon. No? Right. Make one slight mistake. Handing my mother the last page of the Darkhold? Bringing back the Hulk? Okay, same mistake, technically. Fine. You take point then. Roger that. Actually, how about you let us handle things? The Sanctum, Tony's Gamma Death Star, Wanda? Think about it. Every time we listen to you all, some new catastrophe seems to happen. You're not our babysitter, Hunter. You're our leader, and we are the Midnight Suns. We're family. And family's family. So this time, we got your back. Then what are we waiting for? Так, ну, в этот раз, да, пойдут только Midnight Suns. У всех, кстати, есть бонусы. Так, рекавер надо будет... Так, давайте что-то пополезнее здесь. Что у нас тут? Два Тол-Лилин. Ну, это не то, чтобы нам прям очень нужно. Лайфстил. Феникс. Ну, давайте один Феникс. Да, этот сбросим. Давайте один Феникс возьмем. Куда... Куда он делся? Феникс. А, вот. Так, и вот этот кьюр нам точно не нужен. Нам нужно что-то посерьезней. Кьюр. Ага, только один легендарный предмет мы можем взять. Так, Marked. Apply to Marked. Я бы на самом деле уязвимость бы взял. Но вот нигде не вижу ничего с ней связанное. Героизм. Так. Select a hero, gain. Redraw. Ну да, не вижу здесь уязвимости, кроме как в легендарных картах, да, есть, которые... Давайте Marked. Marked в целом тоже неплохо. Давайте Confirm Deck. Ну и поехали. Так. Окей. Да, выглядит неплохо. Aim for his heart or something. He's not a vampire. He's a gamma-powered muscle man. Juiced up with a heavy dose of Lilith's corruption. In other words, we're screwed. Look, I know Lilith is like a dark goddess with an extra angry Hulk as her number two. Don't forget the Parchment of Power. She's got that too, which is like super OP. But we've got something that she doesn't. A death wish? No, dude. We've got friends. Each other. We're the Midnight Suns. And you know what we Suns do? We rise. We've got this, guys. We have to believe in ourselves if we're gonna pull this off. Blade, Robbie, you know what to do, right? We'll see you soon, Nico. Better not leave me hanging, because our entire continued existence depends on us. Right. No pressure. It's just the end of the world. Not if we can help it. Мотивационная речь, что им нужно проявить себя. What? No giant alien slime bubbles,
demon energy barriers or jolly green monsters? Then they are ours. That rune. Lilith, too. So it was here all along. Bondo was right. She usually is. Right. One problem at a time. Midnight Suns, assemble! Or whatever. Yes. Midnight Suns, assemble, or whatever. Why not? Так. Да, ну давайте собирайтесь. Да, нужно забрать всех врагов. Sent every last Hydra goon she could find to guard the entrance. Between the creepy glow and the howling demonic Hulk, I think we're running out of time. We must not let them stand in our way. Lilith must be desperate if these are her best. Так, атака увеличена на 100. Это выглядит очень хорошо на самом-то деле. Что у нас тут? Это откроет портал. Это откроет портал. Что тут они тут встали? Непонятно что. Героизм, кстати, ну да. Стоит. Это довольно любопытно. Так, тут еще 605 у этого чувака. Так, ну, взрывчатки я здесь не вижу, поэтому толкать нам особо некого, да? Что у нас тут? Здесь довольно мощные толчки. Да, там вообще один загибается. Вот 285, то есть она технически всю мелочь забирает. Ну тут, как бы, да, далеко, ребята, не мелочь, так скажем. Но мы можем кого-то да закинуть туда, либо этого закинуть сюда и всадить по полной попробовать. Лимба портал, 10 шанс на стан. Ну, в целом что? Мы на самом деле можем забрать этого Марксмана, да, чтобы он нам не мешал. В теории этого будет достаточно. И можем, если мы будем вот сюда вот бить. Куда-то его вот сюда. Но это не важно, потому что Блейд Сторм никого не пощадит. No, так, ну вот так вот неплохо. Что у нас тут есть еще на самом деле? У нас Лимбо Портал, да? Мы можем попробовать еще кого-нибудь туда запихнуть через Quick Slash. Можем вот тут вот открыть портал, да, и запхать. Или даже вот тут вот и типа запхать сюда на этого, чтобы квик сработал. Да, мне кажется, это неплохо. Давайте так. И теперь вот Quick Soul Slash. Нажимаем так. Так, ну и неплохо, мне кажется. Мы типа можем
вот эту мелочь забрать, да, либо... Да, вот так даже получше будет. Или даже так. Да, давайте, наверное, лучше вот так вот. Того толстенького тоже зарядим. Consider it done. Так, тянет греческую карту, да, отменяем на 0, apply 2 вика, здесь 302 урона, можем забрать двоих волшебниц, получается, это неплохо. Да, да, отлично. У нас, правда, один плейт, ну то есть, да, мы только их и забираем. Ну, это неплохо. Ну, мне так кажется, это реально очень неплохо. Так, ну и берем, наверное, Magic. Она бросает сюда. Вот так. Ну и здесь мы можем толкнуть. Ни много, ни мало. Так, есть один мув, но смысла в нем на самом-то деле немного. Есть еще редро. Что можно тут редро? Empower, курс. Давайте на курс. Ну, ничего полезного, да? Тут apply 2 каунтера. Давайте Empower. Перебросим. Hero combo. Apply 1 week. 400 урона, ну окей. I always hold a grudge. The victory. You are going to pay for that. To think this was once hallowed ground. Так. Long before Lilith was здесь у нас 200. Урона, да? I'm not giving Hydra any more credit than I have to. Nor should you. Ну, тут, кстати, отличненько. No mercy! Weak, even for Hydra. Так, ну что, тут можно складывать Witchfire, типа на 200, даже если надо ударить сюда, я потом забираю его all out. Останется этот на 48 здоровья. Let's try. Сработало. I think Lilith is holding out on you. Maybe you should ask about some new powers. You are too weak for this fight. Прям ворвались.
You alone among your kind can serve as the conduit of my power, precious child. Liber Tenebris, reversus est nobis. Only a few moments longer. Together we will reforge the Darkhold and usher in... Shot. She won't hit me again. But it is all for you. Everything I do is always for you, child. Block her out. She gave up the right to call you that word when she sold her soul to that monster. The truth shall reveal itself soon enough, sister. Even with her attention focused on that damn book, Lilith's barrier will not be easy to bring down. Yeah, but the cave sure is. Midnight Suns. Disassemble. Now you're talking. Давайте разрушать, что там требуется. Какие-то колонны повалить. Да, колонны повалить. It's not the most elegant solution, but bringing the roof down on them will certainly put a damper on things. Should have hit a few of those columns with the hell. I'm gonna tell Robbie you said that. Так, давайте перебрасывать сразу хил. Угу. Make them bleed. Тут еще героизм. Да, есть эти двое чуваков. Есть раздваивающиеся. Здесь 1100 жизней. Ну, конечно, неприятно. Неприятно. Тут нужно 4 героизма. Strike Chain 3. Тут получает блок. On redraw, gain 1 fast. Даже не знаю, ну давайте, наверное, с мейком эмблит, да, но вот это типа не унесет много урона. Но как минимум унесет кровотечение. Типа вот сюда, сюда. И возможно мы заберем кого-нибудь из этих, а может быть и не заберем. С другой стороны, здесь есть взрыв места, да, но 538 урона. Это вот нам хорошая комбо нужна. Но снова же, если я даже сниму 500 жизней, это ничего не даст. Apply one marked. Вот marked — это в целом неплохо. Какие у нас вообще варианты по этому marked? Тут неплохо довольно со здоровьем. На самом-то деле он вылетает прям. Мы его потенциально забираем. Возможно, в этом есть смысл. Давайте так, он раздвоится, у него уменьшится здоровье, мы его чейном заберем. Сколько? 70 здоровья? Как-то многовато, я рассчитывал на поменьше, на самом-то деле. Так, ну типа marked, да, это позволит нам не потратить ход на него. Chain one week, тут блок. Я не знаю, может быть ему действительно блок дать, чтобы мы не так сильно его бахнули. С другой стороны, чейн нам не помешает. Ну давайте начнем с этого, да, тут один вик, но в целом это приемлемо. Да, что если вот сюда, да, это как раз идеально хватает на этого. Who's next? I am impressed. Так,
тут 73 жизни осталось. Вызывает еще и подкрепление. Вот это, конечно, поворотик. Так, я так понимаю, тут 3 столба. Тут 115. Втолкнуть бы кого-нибудь туда, но... Никого на самом-то деле это и не осталось. Типа, вот если Блейда взять, например, что у нас туда, он не залетает сюда. Джейн Сол тоже 49. Ну, мы можем все сюда всадить, но... Наверное, все-таки лучше страйк. И мы получим Hero Combo. Hero Combo 600 урона, да? Если блит, то еще урон. Тут еще и получает фаст. Тут можем полечить либо еще один героизм. Даже если мы берем еще один героизм, то что? Что это нам дает? Ну, не особо нам это дает. Флейм, вероятно, я все равно использовать не буду. Давайте его перебросим. Quick Strike. Это уже неплохо. Это потенциально позволяет нам забрать еще вот эту собаку. Так и сделаем. Possibly match your strength. Так. Еще и таунт all enemies. Это все, кстати, не так уж и плохо. Таунт all enemies, но... Мы можем, по идее, вот здесь сделать вот так вот, что его заберет. И сэкономит нам карту чейна. Так, тут осталось трое. Возможно, имеет смысл туда дать блит на этих двоих. А эти, ну, пусть ходят. С другой стороны, выбив эту, она не будет ходить, по-моему, насколько я помню. Возможно, имеет смысл сделать вот так. Good effort. Да, Soul Blunt, но она хотя бы ходить не будет. Осталась одна карта, и по сути это страйк будет. Как бы тут выбор у нас небольшой на самом-то деле. Давайте, наверное, все в собаку. Да, есть фри в целом, мы можем вроде обрушить колонну или... Получить 253 блока, и чтобы его атаковали втроем. Ну, кстати, возможно, это не так уж и плохо. Да, на фри. И вот на если Блейда взять.
да? Почему нет? Давайте вот сюда вот сразу ящик. Let's do this. Получи. Да, и этот тоже будет атаковать. Не знаю, что он планировал делать, но теперь он будет атаковать. So long have we waited for your blood. You're fine. Контр не идет. А где контрудар? А где обещанный контрудар? Do not waste your strength here, child. What has been set in motion cannot be undone. Will not be undone. You have the power to stop this, mother. A debt of blood is owed. Но 208 это неплохо. 209 даже. There's no convincing her. You know what you have to do. Так, Фростбол Forceful Knockback получает 98 урона. Ну это, кстати, неплохо. Вопрос в том, нужно ли нам усиление. Так, ну, наверное, сначала, что бы я хотел сделать? Конечно, можно попробовать затолкать в яму этого, но вероятность этого не такая уж и велика. Давайте, наверное, мы для начала сделаем, вырубим этих собак. И Блейд атакует, то есть Блейд, скорее всего, погибнет, если мы ничего с этим не сделаем. 223. Ну, маловато у него, конечно. Если я использую это и получу силу, ну, я уже не знаю, да, вот так хорошо будет. Это квик, это не потратит карту. Ну ладно, давайте попробуем рискнуть. Откроем вот эту вот дырку. Процента, кстати, что он улетит. Осталось две карты. Retribution 235. Да, нокбэк, и я сбрасываю карту. Нокбэк здесь, ну. Все бы неплохо, но да, вот вариантов не так уж и много. Есть ли ретрибьюшн? Что у нас вот 64%. В целом неплохо. А здесь мы этой картой вообще забираем.
Ну, 64% опасно. Опасно на самом-то деле. Я бы, наверное, бы этого не делал. Давайте гарантированно отменим ход у этого чувака. Единственное, что, ну да, сбросить случайную карту, я бы все-таки, наверное, ударил бы этого. About time. I saw a move like that once, centuries ago. Она, кстати, будет бить своего теперь. Она, кстати, будет теперь бить своего. Возможно, мне не стоит вмешиваться. Ну окей, это интересный поворот был. Давайте попробуем вкинуть этого. Это было сомнительное заявление. Ну, перебрасывать нам нечего, у нас есть 4. 4 героизма, но делать мы с ними ничего не можем. При всем желании, разве что Блейд может попробовать толкнуть вот эту, если она что-то решает. Но не, ничего она не решает, он там улетает, там никакого толка в этом нет. Ну, конец хода. Снова же у нас Блейд Сторм. Тут 317 жизней. Откуда у нее столько жизней она собирала? Нужно вырубать. Так, ну давайте попробуем обрушить колонну. Ох, еще один такой прибежал. Вот этого я не ожидал, конечно. Ну ладно. Так, что делает Блейд Сторм у нас здесь? Полезного. 47. Так вот, 72. 72 на вылет. Ну, это было бы неплохо его забрать. Просто если так, да, мы больше мелочи забираем. Что и в целом будет проще, потому что на самом деле я-то одну карту уже потратил. Впрочем, да, нам еще вот тут вот нужно забрать. Но по-другому, да, эту всю толпу, по-другому, кроме как Блейд Сторма, мне разрулить.
Окей, давайте зажигаем. Получили Fortify. Давайте начнем. Да, он ребро один резист, но что толку? Давайте сюда. Quick Strike. Time to bleed. And I thought man thing was ugly. Так, что вот здесь? Мы можем попробовать сюда, 78%. Это, кстати, лучше, чем вот толкнуть в собаку. Отлично, одна проблема меньше. Всем героям 177 блока. Это в целом неплохо. Ну, Хантера, кстати, атакует только одна собака, у него есть два резиста, это не страшно. Тут атакует Блейды, да, у этих ребят, конечно... Попроблемнее места. 248, да? Ну, можем полечить на самом-то деле его. Через Drain Soul. А, этого мы не забираем. Тут 100 жизни, то есть... Да, это нехорошо. Придется дать всем 177 блока. Так, можем что-то еще перебросить. Здесь резист получим. Это в целом неплохо. Здесь... так, есть блок. 177 блока ни у кого нет. Drain Soul. 119 здоровья тянем, да? Так, ну давайте получаем героизм. Все, что мы можем здесь из этого набора вытянуть. И один тренцол, наверное, перебросим. Он нам не нужен. Hell's Fury, кстати, неплохо. Давайте конец хода. Will soon be rewarded. Submit. You are not returned back. Серьезно? У нас еще один. Ого, вот это, конечно, фиаско, братан. Это они полечились. 487 урона. 208. Это аут, наверное, пойдет. Он кивок берет карту. Да, тут отлично вылетает она. Так и сделаем. Your mother abandons you. Лечение. Подъехала. Так, и что? Что у нас тут по вариантам? Он может просто подбежать, на самом деле. Может просто подбежать. Тут неплохо. Неплохой взрыв будет. Почему нет? Еще и уязвимость в целом неплохо. Дать приколе бёрст. Давайте подлечим их почти до полного здоровья.
Да, отлично получается. Так, ну и можем all-out сюда. You had your chance to feel my call. Да, сбросила она, грубо говоря, хирург комбо, но в целом это не критично. Так, Хандер. Марк, всем, кто блин, да, рекавер хелс. Сказать, что это прям плохая карта, это в целом может нам сейчас помочь. Ну ладно, давайте не будем ее перебрасывать. Ой, ну ваундед на него, ну это очень неудобно было. Так, ну, в первую очередь нужно этого вырубать, 487 урона у него. Тут флэш в any direction. Тут слэш и apply marked. Это в целом неплохо. Ну, кстати, мы можем сделать вот так вот marked. Да, это неплохо. There was a time when Lilith had the highest of standards for her minions. That time has clearly passed. Так, сколько у тебя здоровья? 194. И что вы хотите, чтобы я сделал? 194. Но, вероятно, Drain Soul его не убивает. Можем сделать Savage. В целом, наверное, этого достаточно будет. Давайте этот Hunger перебросим, он нам ни туды, ни сюды. Hellride 367. Давайте сюда вот Savage. Так, тут у нас 236. Получает 100 урона. Вряд ли это его просто заберет. А вот так, кстати, неплохо. Мы еще потенциальные карты вытащим. Вытащили хил. Но это на самом деле не совсем то, что нам нужно. Давайте это перебросим. Блэксторм. Тут
Дрейнцо. Вырубаем и второй сюда. Так, тут у них по 160 жизней, я думаю, это, конечно, нужно как-то с этим что-то решать. Фортифай, давайте фортифай перебрасываем, нам нужна какая-то атака посерьезнее. Лэш. Лэш тоже неплохо в целом. Здесь, кстати, социальный взрыв. Да, нам нужно бы выбежать из него. Так, если ты пытаешься выбежать, то что? Тут не слишком хорошо выбегаешь. Когда ты встаешь. А, вот туда встаю. Ну это неплохо. Давайте так. Так, теперь делаем forceful knockback. Он к тому же еще и квик. Хелс Фьюри, отлично. Тут 48 жизней. Ну, если чейн для него достанет. Ну, конечно. Конечно же нет. Да, то есть тут... удара, либо три удара сюда. Так, ну это как-то нам не нужно. Давайте я выбрасывать. Вот это вот неплохо. Так, да, это не засчитало нам как. И тут, кстати, чейн неплохой. Снова уже слишком далеко, ну ладно. Давайте так. Выбор как бы небольшой. Get ready. Тут Drain Soul. Да, это вызовет подкрепление. Не знаю, нужно ли это делать прямо сейчас или в следующем раунде. С другой стороны, это же карт-плей, она руку занимает, у нас будет меньше карт. Окей. Да, они сразу будут бить. Это неприятно. Прям очень неприятно, они еще и Блейда вдвоем будут открывать. Больше что, некого, что ли?
Давайте вот сюда. Не хочу, чтобы он бил. Хотя, если я сделаю вот так, он будет меня атаковать. Он будет вообще жизни 119, но он в любом случае не выживает. Окей, давайте сюда. Даже кровотечение придет. Так. Ну, что вы мне тут предлагаете? Есть потенциально один мув. Это можно запхать сюда. Ну, или скорее. А мне кажется, все-таки выгоднее вот этим бить сюда. Ну что, подлетит поближе? Может быть да, может быть и нет. Нет, он только еще дальше встал. Лилит has sent you here to die. I hope you are prepared. Еще и квикстрайк мне зачем-то выдали от Блейда. Полифлейм, 238 здоровья или один героизм? Хелсьюри 525 урона, кстати. Так, перебросим. Тут у нас Retribution, Knockback, Discard, Random Card. +238, это, кстати, недостаточно, чтобы его забрать. Ну, достаточно, чтобы забрать одну из собак. Да, заберем одну из собак, почему нет? Тут совсем чуть-чуть не хватает, чтобы добрать ее. Ну, бронебойка. И у нас есть ревайв в целом. Но... наверное, я его не буду использовать. А с другой стороны, а чё нет? Давайте поднимаем его. Корабль, это, не... это плохо, конечно. Так, ну что у нас тут? Quick Strike, это в целом неплохо. Давайте заходим сюда. Не зря я его воскресил все-таки. Кстати, он тут будет уязвимый, да? Так,
631. Есть редро. Здесь у нас лайфстил. Так что давайте, наверное, Блейдстоун перебросим. Как бы это странно ни было, тоже вот лайфстил неплохо. Здесь 38, здесь получаем еще две карты. Но лайфстил, наверное, все-таки получше будет. И здесь получается у нас тоже 200 урона. Ну то есть под 300 урона, но мы вряд ли его забираем при таком раскладе. Но полечить, наверное, его не помешает. Давайте, наверное, все-таки полечим. Weirdos like these that give people like us a bad reputation. Давайте перебрасываем Drain Soul в надежде, что что-то полезное. И нет, да, нужно было заранее это сделать. Сейчас две карты вытащим. Но тут нет выбора, да, мы должны использовать эту карту, больше просто брать на них, Should get the blood pumping. Это неприятно было. Looks like we're ready. Так, 318 жизней у него. Game block, apply bleed. Ну, окей. Даже так. You had your chance to escape. Return to your mother. Остается здесь только Quick Strike. А с другой стороны, зачем? Так, здесь можем перебросить на всякий случай. Давайте разломаем последнюю колонну. Так, ну, наверное, конец. Ну, либо сейчас драка с Халком будет еще. That barrier is still holding. Leave her, Tenebris. Reversus S. Nobi! Get out of there, now! You've done more than anyone could ask! Almost! Yo, Demon Lady! One thing, before we go. This is for Johnny Blaze! No! The spell must not be interrupted! Так, ну чувствую, зря они туда убежали, они все-таки там, скорее всего, закончили заклинание. Thank you.
кто бы сомневался. Куда же без эпичной битвы со всем вселенским злом в конце игры. Да, приближаемся на самом-то деле, мне кажется, все-таки к концу. Да, go to common room. Ну, идемте послушаем, что они там все скажут. Откроем сундучок. I hope Aunt May isn't watching this because she's going to flip. Has suddenly appeared in the war-torn Republic. Try to stop it, but we screwed up, Robbie. It's okay, you can say it. Doesn't matter who screwed up. What matters is that we're screwed. Every social media outlet with the hashtag ApocalypseWow. We're in the end game now. Like I said, почти финал. Так, несколько разговоров у нас тут, да? Так, собаку погладить можно? Собака? Не в этот раз, видимо. No one's lived through ca- You're expecting to hear a witty one-liner. I get it. But I gotta say, I'm speechless. I find that hard to believe. I'm serious! You dropped a freaking mountain on the Hulk, and he waltzed away like it was nothing. I mean, if a mountain didn't kill him, what could? My ego? No, no. It couldn't stand carrying the weight of the entire world. Oh, oh, a billion elephants! A duck the size of a house? Or maybe two mountains? Так, ну вот, в своем репертуаре этот Дэдпул. Так. Почему нет три? Third time is the charm. Maybe we could drop the moon on him. Perfect idea, Hunter. Rock hard just thinking about it. I said what I said. What else is there to lose at this point? Literally everything. Figuratively, also everything. The exciting thing is that you don't know. And you know how this ends? Uh-uh. A Deadpool never reveals his secrets. After all that, we can add another L to the pile. An L? You know, a loss. A goose egg. A big fat zero. Gotta say, I don't know how you keep up the cheerleader attitude. Так, ну, я верю в нас. I have faith we will still win in the end. Where does this so-called faith come from? The good feelings supply store? From myself. And my friends. Like you. Right? In the fields. You sound in pain. It's okay. I'm into it. Just take it sleazy, Hunter. The fight's not going anywhere. Так, да, у нас есть, кстати, еще например, совсем забыл про это, но этим ребятам я удачи. Oh, my fault. Ну ладно. Так. Стрэндж. Можем, кстати, Стрэнджу дать комплимент, чтобы ускорить получение пятого уровня с ним. Так, что у нас тут? По-моему, где-то тут должно было быть. Транзия. I don't know how we always end up back there. Нет. А, с другой стороны они там стоят. I don't believe in curses. But I do.
I see you and Caretaker are on the mend. Seems so. I should be happy about it. But how can I be happy about anything when the Temple of Kathan is wreaking havoc on my home? I grew up in Transia, you know. In a remote village at the foot of Mount Wondergore. It's all destroyed now. Along with those poor people's lives. Мое сердце разбито за них. Вернее, за них, да? Не из них. I am so sorry. Not as sorry as they are. I can promise you that. We will save them. That I can promise. And I'd like to be around to help them. But first, we have to stop your mom. I'm afraid of her, you know. Of seeing her. I mean, what if it happens again? What if she turns me back into bad Wanda? What if I... go dark? Так, ну ты не обязана, да, сражаться с ней, если не хочешь. Ну или мы вернем тебя свету, ну как обычно это бывает, if да. If it came to that, we would find a way of removing her corruption again. I appreciate that, but I don't think you're going to have time for all that while you're also trying to stop Kathan from tentacle climbing into this dimension. You are right. We probably will not have time to save you. You wouldn't? I am joking. Oh, you almost got me there. No one is leaving you behind, ever again. Promise? Cross my heart. Well, I ought to get back to the news. See what new horrors are befalling my hometown. Do not watch too much of it. The overconsumption of news media is supposed to be bad for your mental health. Especially during an apocalypse. There are worse things for your mental health, Hunter. And I'm pretty sure I've experienced them all. I'll take my chances with a little cable news. Night. Wanda, there's something I ought to say to you. Yay, we did it. Ugh, the first time we're actually trusted to sit in the driver's seat, the first freaking time, and we couldn't stop her. We dropped a mountain on her head, and Lilith still managed to summon the Temple of Kathan. Way to go, team. Так, ну. Так, ну, это все еще не конец света. Пока. It is not the end of the world, Nico. Yes, it is! Like, it's literally the end of the world! The Temple of Kathan is here, and soon giant flying squid god will come to feast on all of our souls! Nico, I am not going to let that happen. Chosen one, remember? Ugh, how come you always manage to say the exact right thing to make me feel better? It is one of my secret superpowers. You mean not so secret superpower? All right, I'm gonna stay out here a while and lick my wounds for a little bit longer. Thanks for checking up on me. Anytime. Так, ну, со всеми поговорили. Собственно, нам остается только закончить день. И вероятно, да, там будет сон опять и разговор с Лилит. В очередной раз, котик. Aww, who's a good kitty? Так, ну думаю, и на этой ноте прекрасной мы можем закончить эту серию. Ничего себе, три комплимента мне отсыпали. Вот это, конечно, мы сейчас пойдем раздавать комплименты. Не забудьте ставьте лайк, подписываться. Did you just say I was right about something?